Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за пчелу Сьюзи. Вот такая вот красавица, звездная героиня, скин называется. У нас сегодня будет не просто Сьюзи, будем сегодня смотреть, что же ей изменили. Изменили ей прилично, в плане того, что усилили, относительно ухудшили. Ей пофиксили улей, то ли сделали его менее дамажным, более кдшным, и при этом у него больше хп стало. Поэтому сегодня будем это смотреть, это изменение великое и неповторимое. Да, вот он, соты. Ну, то, что это улей, это пофиг, как бы соты, это то, что в улей находится внутри, ну, не важно. Для разработчиков перевод, и самое важное, как бы могли бы через просто онлайн-переводчик перевести. Не знаю, как они переводят, мне кажется, там человек кто-то отдельно переводит, но... Надеюсь, что это не так, надеюсь, что онлайн-переводчиком они пользуются. Ну, в общем, опять же, есть всякие нейросети там... Искусственные интеллекты, которые могут идеально переводить, в принципе. Но зачем этим пользоваться, если можно фигней пострадать, да? Правильно говорю? Правильно. Это же Зуба. Как тут по-другому может быть? Вы еще отправились на железную дорогу? Да, сандали святого. Ё-моё, чуть на железную дорогу сандали святого не взял. Это просто было бы фиаско, потому что... Даже при том, что на обычную карту сандали святого это ок. На национальный зоопарк. Но сюда, да, сандали святого мы не берем. Заметьте, сколько предметов не хватает, да, на пчеле. Падение. И нам нужно выбирать с этого вот набора великих и неповторимых предметов. Кстати, вот этот предмет интересен для пчелы. Но пчеле не нужно отталкивать, поэтому мы это использовать не будем. И у нас остается два предмета, которые эффективны. Это вот это и вот это. Один опять же дает регенерацию. Когда вы используете аптечку, фиг применишь. Нормально, ребятки, потому что ну я на пчеле выживаю до самого минимума хп, а потом только использую аптечку. Чтобы, как говорится, не использовать лишний раз, да? Поэтому максимально выгодным вариантом идет это. Но еще есть вариант с кофем. С кофем, да. Я это сказал, но. Но мы все-таки не наркоманы, поэтому... Давайте отправимся в командные бои на пчеле. Почекаем, так сказать, изменения великое и неповторимое. И немножко поиграем команда. Будем сегодня воскрешать наших очень полезных 7-х уровней. Или 5-х, или 17-х. Нормально, чё. Ну и вот он, ребятки, улей. Великий и неповторимый. Который у нас теперь есть. Блин, как же дальности копью не хватает. Ой, как у меня бомбит. С дальности копья. Ой-ой-ой. А чё мы такие опасные? Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Больно. Не бейте. Душнилы. Душнилы просто. Просто душнилы какие-то. Дамажные душнилы. На тебе дробовик в лицо. Ой, как же хорошо, что моя команда была все-таки рядом. Но, правда, не все. И про адекватность это, конечно, да, но как же они не реагировали на схват противника, который меня почти убил в кустах, это нечто. Просто стояли почти впритык и такие, а чё, происходит что-то? Не, мы ничего не видим. Слепота в глазах, все дела там. Ну, у меня было реально такое ощущение, ребятки. Ну, вы сами видели, я тут забежал, куча, просто схват противников целый, и мои такие ребята слева такие. Чё-то там происходит, да? Где-то что-то происходит, давайте налево посмотрим. Точно слева что-то было, да? Подумали не про себя. Блин, это сейчас шустрая птичка убежит, да? Ну, конечно. Интеллектуальная шустрость птички очень важна. Но нет, не убежала. Не сегодня, птичка, не сегодня. Ставим, конечно же, турелечку. Потому что надо поднагибать. Ты что там? Вы дамажные, а? Слышь? Блин, я дважды на птичку нажал. Да как так-то? Да как так-то? Прибежал. Бегун прибежал. Просто бегун. Лев рвался. Он, кстати, вроде 17 уровня был, да? Или 12? Я не запомнил, ребятки, уж извиняйте, но, блин. Он так ворвался. Прям под мой лук и турелику. Далеко собрался, Никс? Тоже врываешься в кого-то? Одобряем. Врывы это хорошо. Очень хорошо. Но у нас есть турелька. Не, ну все-таки пчела осталась им бой. Все равно активный навык, он в принципе... Ну, на таком уровне игры он как бы его хватает. То есть вот эта перезарядка, которая увеличилась с 10 до 12 секунд, я имею в виду оптималка перезарядка, она как бы незначительна. Только стоит вроде бы 25 секунд, поэтому этого за глаза. Конечно, в динамичных боях с сильными противниками, с сильными союзниками, это все совсем по-другому происходит. О, очередной гений в командных боях с инструментами. Понимаю, но... Ой, смотрите на них, этих гениев, а. Любители инструментов. Ну, у меня других слов нету, но просто... Ой, игроки в зубы, как же мне их жаль. Ведь у нас осталась парочка там. Тоже друзей, наверное, которые любят попрятаться.
побегаем, постреляем. Что нам еще делать? Автоатака, все дела. Рушит планы никсов. Скорость. Ну ладно, найдем сейчас мы никса, наверное. А, все, там Лиззи его добила, судя по бицухе, которая только что у нее добавилась. Кстати, для Лиззи бицуха это не такой уж и плохой вариант. Ну и мы вроде победили. Да, противники, конечно, были элитные. Элитные убегатели. И пряталки поиграть бы им только. Ну, что вы хотите, ребятки? Рейтинг, он соответствующий. Сами знаете, что до 1800 рейтинга адекватных игроков нету практически. Ну, конечно, можно там раз в 100 лет встретить, как я встречал там сквад 20 уровней, да? Адекватных игроков, но все, что ниже, это просто сбить. Очень редко встречается там, не знаю, какие-нибудь 16-17 сквады адекватные. Очень редко. И то это обычно, знаете, ну там не один игрок, а именно несколько. Ну, точнее, там 5-4, да, игрока. 3 мак минимум, наверное, что встречалось. Поэтому, ну, это игра зубы, ребят, надо смириться. Это вам не Бравл, где, ну, где все-таки ваша роль в бою, она повыше. Потому что вы там все-таки сражаетесь 3 на 3, да, ну как-то можно больше зарешать, но опять же, там тоже сложно. Хотя, опять же, в Бравле я уже лет 100 не играл, поэтому не знаю, что там происходит. Опять же, там есть разные режимы, которые по-разному влияют на... Ну, в общем, разные режимы, да. Поэтому, в зависимости от ваших навыков, вы, конечно, тоже нагибаете. Ну, а кто-то нагибается сам по себе. Ну, там больше аркадка в этом плане. Хоть и там есть баланс, его разработчики делают, к удивлению моему, да. То есть, в зубе баланс, что это такое и как его сделать, а? Разработчики Бравла над этим работают. Из того, что я видел, по крайней мере, раньше. То есть, там какой-нибудь патч выпускается, там 5 страниц изменений персонажей, балансировки, все остальное. Это, знаете, вот как в Доте, да? То есть, там вот сколько, ну... Этой игре уже лет, она вроде 2011, 2012, 2010, точно сказать. Я имею в виду Dota 2, да? А то скажите про Dota, что там под больше, да? Так вот, года выхода и как бы все эти года баланс. Чтобы игра просто не оставалась на месте, чтобы была динамичной. И все такое. Все ради этого. Другого смысла особо нету. То есть, они как бы не, ну, понимают, что идеальный баланс никогда не сделать. Одним одно нравится, другим другое. Он интеллектуальный... Зверь просто в бочке бегающий. Интеллектуальный зверь, бегающий в бочке. Интеллектуальная, ну самое, да. Ой. Ох уж эти игроки в зубы, смотрите. Ну смотрите, ну просто, ну... Понимаете, не заходит в командные бои, чтобы вот это вот так вот посидеть. Понимаете, да? Только ради этого заходит и все. И больше никакого смысла в этом прекрасном их действии нету. Заметьте, кстати, рикошетит теперь... А черепахи, то есть черепаха сейчас очень стала интересной в плане того, что от нее теперь очень многое рикошет. Не только... Вот видите, лучок вроде бы рикошетит, да? То есть луки теперь от нее все рикошетят, не только вот те, что были раньше. Наивный черепашоид. Ой, хамелеон сейчас скорее всего сбежит, я гоняться за ним не буду, моя команда, ну тут развлекается, чё уж. Сами видите, против кто против нас играет. Игроки, в кавычках очень больших. Так вот, я не закончил мысль там, про что-то, у меня мысль была. До вот этого замеса черепахом. Отвлекся от меня. Ладно, бери. Тут, в принципе, без разницы, я не особо париться не буду. Так, что мы там, о чем? О чем-то говорили? Я забыл о чем. Надо вспоминать, как же сложно вспомнить. Блин, про баланс, что ли, говорю что-то? Ай, как всегда, короче, ребят. Ну, вы понимаете, да? Самое важное, оно забывается очень быстро. Очень важно, значит... Да, а, про дотку я рассказывал, про там, то, что там ребаланса, точно. Вспомнил, смог. Элита зубы, смог что-то вспомнить. Так вот, ребаланс там часто происходит и просто делается ради ребаланса. Чтобы мету игры менять, чтобы какие-то персонажи становились имбой, какие-то персонажи, наоборот, становились хуже. Так вот, к чему это делается? Чтобы игра была динамична, да. И что в Бравле что так случается, судя по тому, что я видел раньше. Ко мне это понимание, правда, недавно пришло, ну вот, суть в этом такая. В зубе такого нету. В зубе как бы, ну, конечно, есть типа имбы Джейд, да, которая... То имба, то у нее переходный период, где она что-то среднее, да. Вот, опять же, слон был всегда не имбой, стал имбой. Ну, просто потому, что разработчикам захотелось. И все такое. Поэтому, возможно, в зубе тоже стоит делать такие вот перемены, чтобы были имбочки на какой-то промежуток времени, потом эти имбочки убирались с этого промежутка времени. Ну, мне, опять же, слишком сильные имбочки делать тоже не хочется.
Просто это меняет динамику игры, это идет на пользу, да? Такой вот, знаете, неадекватный баланс, он идет на пользу, как бы это ни звучало странно. Играм, потому что интереснее становится играть. То есть, это как будто изменить игру совершенно в другой, в другую степь, да, так сказать, перейти. Ну, давайте еще небось сыграем, я там договорю. Просто если брать на примере Дотки, там очень много персонажей, вы их сами знаете, там. Не буду говорить сколько, наверное, 60-70, может даже уже больше. Тоже уже лет 100 не играл. Так вот, в чем суть? За счет того, что так много персонажей, всегда, опять же, там, вы знаете, International, есть такой турнирчик, да, на десятки миллионов долларов, очень популярный, который все смотрят. И очень интересно наблюдать, когда все меняется. Ну, то есть, не за одним и тем же, да? Представьте себе, если бы в Дотке одни и те же персонажи были имбовыми постоянно. Это было бы, ну, крайне скучно. Крайне скучно, поэтому ребаланс — эта штука полезная, хорошая и желательно, чтобы она всегда была. Так, ну давайте по близку здесь закинем, надо бы уже побеждать нам прекрасные зуби. Возможно, сейчас будет интересный замес, ну или хоть подобие на интересный замес. Впритык дробовиком промахнулся, и заметьте, панелька сразу зависла. Классно, да? Шикарно просто. Это типа наказание за то, что дробовиком промахнулся. Наверное, именно так. Другого логики я в этом не вижу, к сожалению. Закинем урончик небольшой. Кто-то нам бахает с дальнего расстояния. Ты кто такой? Ты кто такой, Вася? Вася. Просто бегаем сейчас по приколу здесь, кнопочки нажимаем, особо не целимся. А зачем целиться, если можно побегать, кнопку понажимать? Ты чё, офигела? Понимаете, наглую бегает и это самое, ну, аптечки лутает. Офигевшая. Офигевшая Лиззи, да. Это чё там, у этого больного животного отбрасывание прокачано на хамелеоне, серьезно? Я копье выстрелил, оно не полетело. Нормально так. А, ну да, понимаю. Так, ребятки, мы продолжаем. Режим хардкор врубается, да. Частенько начал врубаться, однако. Ну, у нас есть турелька, которая хоть как-то восстановит мне здоровье. Правда, пришлось ей пожертвовать. По гению продамажили. В моей команде осталось 4 игрока всего, включая меня. Ну, чё, просто походим, понаблюдаем. Возможно, хамелеончик сам сейчас ко мне подойдет. Не, не подходит. Боится или чего? Или чего? Где ты, хамелеончик? В общем, мне, честно, придется искать отдельно последнего противника. Никса добил жираф, значит, хамелеон где-то тоже там, его сейчас добьют. Ну, как я и говорил. Ну что ж, ребятки, пчелу посмотрели. Не могу сказать, что как-то она супер поменялась с того, что было, потому что, ну... Пчела — это пчела. Там, по сути, я же говорил, особо большого ухудшения турельки не было. То есть 10 урона уменьшили, да? Она же стреляет пульками своими, да? Не знаю, медовыми пульками. Каждая пулька по 120 урона наносила раньше, теперь это 110 урона. Ну и опять же, перезарядка стала с 10 секунд 12. Но при этом ХП увеличили с 600 на 700. На 700, да. ХП, и поэтому пчела сейчас, ну, ничего я, считаю, не потеряла. Просто чуть-чуть отбалансировали уменьшение урона в увеличение подвижности. Не знаю, зачем это сделано, как бы. Так что так было, не было разницы. Ну, короче, знаете, сделали, а бы сделать. Логики не было, но мы сделаем. Ну, я надеюсь, что это не последнее изменение баланса, которое касается именно персонажей. Надеюсь, что в будущем такие изменения будут почаще, чтобы игра была просто динамичной. Как я говорил в этом видео, динамика ребалансов, динамика изменений, она влияет. Такое можно, в принципе, проводить раз в 3 месяца, чтобы актуальность персонажей разных очень всегда возрастала. К примеру, у нас сейчас есть более актуальные персонажи, есть менее актуальные персонажи, опять же, менее актуальные, ну не знаю, там, какой-нибудь Ромео, да, какой-нибудь Джек, наверное, хотя в любом случае они сильные имбы, да. Скиппи, но тоже сильный в руках, сильный, да. Молли сейчас, возможно, не хватает чего-то. Чего-то не хватает, я не знаю, правда, чего. Возможно, больше урона сделать. Сделать ли. Возможно, более сильного Джоуи сделать. Ну, опять же, тоже непонятно, он почти не реализуется. Что здесь можно усилить, чтобы Молли была сильнее? Ну, хоть брать, в 2 раза урон повышать. Ну, что-то типа того. Ну, не в 2 раза, процентов на 30 можно урон повысить, наверное, до всех орудий. И тогда будет Молли смотреться более имбово-имбово, но как бы мне, как по мне, и так имба. То есть прям какого-то сейчас неактуального персонажа особо сильно нету в игре, наверное. На мой взгляд, хамелеончик немножко неактуальный, им сложно играть, но относительно сложно. Возможно, разработчики тоже что-нибудь, в принципе, в этом плане имеют другую статистику. Опять же, я статистику не имею никакой, это чисто на мое мнение такое, да, на мой взгляд. Рави тоже имба после последнего патча. Куин немножко не хватает подвижности. Я бы увеличил дальность прыжка, вот честно. Если бы увеличить дальность прыжка хотя бы до пантеровского, было бы поинтересней.
Возможно, увеличить радиуса для копья. Здесь, опять же, копье очень маленький радиус, восьмерочка. Не хватает массового урона, хотя Куин, на самом деле, такой интересный персонаж для массового урона. ХП увеличить, то есть сделать такого более живучего танка, который мог бы и урон впитывать, и урон большой наносить по площади, опять же, за счет кассеточек, за счет у него, ну, у Куина много урона по площади, как вы знаете, да? Как, кстати, хороший кандидат был бы тогда. Ну, а так, в принципе, наверное, некого больше бустить. Все, в принципе, хороши. Даже Мило тот же, но он только с лобя хорош. Командных он не так хорош. Поэтому тоже надо вопрос что-то с ним сделать. Возможно, сделать, переделать первобытный синт. То есть, видите, он включается, когда атака скорость повышается, когда вас, вам наносит урон, когда вы находитесь в активном навыке. То есть, такое не очень удобное использование, но если нажать активный навык, вам потом само по себе давалось бы усиление, да, скорости атаки, это уже был бы другой вариант. Это был бы такой интересный момент, которым бы все пользовались, и это было бы очень жесткий буст для Фламинго. Вот его можно было бы сделать. Ну а так, в принципе, наверное, все остальные персонажи хороши. Не могу выделить слабых, просто не могу. Их, наверное, нету. В текущих реалиях, ну, Зебра, вот, Зебра, да, слабый, неудобный. Хотя, возможно, если просто научиться играть, то, в принципе, можно разваливать, но я бы увеличил радиус активного навыка. Это первое, что я бы сделал, то есть намного больше бы сделал. Именно в длину, не в ширину. То есть ширину бы я сделал бы прямоугольным, во-первых, да? И сделал бы длину подальше. Чтобы он просто в спину всех... Потому что сейчас он такой, знаете, как веер, да? Вот такая вот штука работает. И надо разворачиваться, а у нас в игра лаганная достаточно. Поэтому развороты и работа этого навыка, она очень неприятная. При том, что стан дается на продолжительное время. Поэтому смотрится не очень. Спина врагов Паула также улучшает вот в радиусе действия, дальность спинка тоже увеличивается. Вот видите, дальность спинка увеличивается, вопрос насколько, ничего не понятно, ничего нигде не написано, это печально. Опять же, у нас написано радиус, а дальность... Ну, в общем, разработчики зубы, вы понимаете, они молодцы в этом плане. Чтобы что-то адекватно написать, это, конечно, да, надо миллион сил потратить, наверное. Поэтому мы этого пока не видим. Ну, а так Паулу, да, надо было усилить в этом, в активном навыке, чтобы он работал... Конечно, со спины, но вопрос. Было бы, знаете, что интересно? Чтобы Паулу при нажатии навыка сам по себе разворачивался. То есть, что это имеется в виду? Была бы просто анимация разворота. То есть, так бы он бы по механике работал бы вперед, но при этом была бы анимация разворота, что он типа развернулся, пнул копытом, и можно дальше дамажить. Вот тогда бы Паулу бы заиграл интересно, и это было бы красиво, на мой взгляд. Для этого персонажа это бы исправило его ошибку, но, опять же, разработчики, зубы... Переделать персонажа слишком сложно. Пеппера, ну... Вот мне с Тоником они тоже не очень нравятся, как вы понимаете, на них редко играю. Тоник почему не нравится? Просто слабоватый. Бегемот должен, не должен обладать 13 тысяч хп. Он должен обладать намного большим здоровьем, да? Давайте Волка глянем. Но у Волка есть подвижный супер, да, у Тоника этой подвижности нету. Урона у него тоже не хватает, постоянно не хватает урона. Сколько не играл на Тони, ситуация в командных боях не хватает, не хватает, не хватает урона. И ты как бы такой, ну и что делать? Поэтому Тони нужно увеличить урон хотя бы на 50% с каждого орудия. И тогда, возможно, он заиграет нормально. Опять же, хотя студабл дробовик, в общем. Ну, может не 50, может я преувеличил, может 30% надо увеличить точно. По активному навыку, ну, хил хороший. Тут вопросов нету, что пассивный, что активный навык, хотя пассивный навык такой себе, конечно, как Джоуи у Кенгуру, бесполезная фигня. Но, в любом случае, тут бы хп увеличить, скорость увеличить, урон увеличить, и будет нормальный персонаж. Ну, это мой взгляд, ребятки, там посмотрим, возможно, разработчики что-то наконец-то сделают. Возможно, не это видео посмотрят и что-то изменят в игре. О, не может быть, конечно, такого, поэтому смиритесь. Никогда такого не будет, в плане того, что они смотрят видео, что-то меняют, когда им что-то адекватно пишешь. На это рассчитывать не приходится, но что есть, то есть. Ладно, ребятки, я видео затянул из-за этой фигни, что я вам сейчас говорил. Надеюсь, эта фигня вам была очень нужна, да, как говорится, мои мысли. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте. Ну и всем пока-пока.